А что-то ты, бро, какой-то реактивный. Какой-то реактивный ты. Че по пингу-то? Нормально все по пингу? Че ты какой-то ты реактивный? Капец, какой реактивный. Что я делаю? Он стенку. Да чё? Ребята, чё какие-то дёрганые, чё-то. Капец какой-то. Мне кажется, или нереально дёрганый. Лучше IPS-ку взять. Парше ещё какой-то. Я на своем примере увидел. О, спасибо, Кинтей. Спиратки пиздец. Не, живет. Спиратка, иди отсюда. Стоп, район зашла. Ну ничего, отстоял, нормально. Нами забрали. Блять. Ну я не лезу. Набьешь. Я задоджил баш, блять, реактор. А, ну ты ее. Пиздец. А потом нас ебался сразу. Бакдожили. Блять, ну тут короли глиномет. Не джайс. Как же в станлоке залетает. Хорошо. Чё я придумываю? Он доджится на каждую атаку. Хорош. Чё, избушка? Да, угадаю. Залетела, да? Но ты не должен. Не должен. 70-я изба. 70-я изба? Да. А я тоже, я изба, кстати, много, я не делю. Она из невидимости неплохая. Я пырил тебя, друг. Ладно, ладно. Ай. А давай. Да где хэвик-то мой? Да ты чё, игра меня троллишь сегодня или чё? Я уже три раза пырю лайт и не могу дать хэвик. Жму, и он просто стоит. Ну, по крайней мере, так как это в Elden Ring реализовано. Thank you.
В идеале я к тебе конфермлю подсечку, туда хэвик, и ты потом еще мой. Такой. Че, правда что ли? Он шутил. Перил. Ловить через хилку сейчас надо. Ребята, ребята! Еще раз. Хорош. На нах. Это я выгонял его вот так. Ой, я поздно выкинул. Вот я сейчас поторопился. Гигант, да давай отдыхай. Чё-то какая-то херня там. Эти работы, ты видел? Пиздец. Вот и белый гант. Да давай отдыхай на. А я отменял. Ой, хорошо. Ой, чё я нажал? И тоже со мной играет. Как это его друзья. Он учится в Лондоне, он на разработчиков. Ну, прикольно, вообще он диплом пишет, будет писать по этой, по теме, как игры делать. Вот. Преподы такие там, это. Ну, короче, там у них, не знаю, в России есть такое, что ты можешь бакалавриат за по геймдеву, как, не знаю, бывает такое? Россия-то? У нас, по-моему, есть такое, да-да-да. Вот не знаю. Знаешь, этот 40 тысяч в год, короче, стоит для иностранцев. Какая же дольше атака имба у монаха, это вообще... Эх, жесткий татаротик ливнул, печалька, я хотел с ним еще попотиться. На Колизее участвовал на клатче с каким-то. Хорошо как-то там. Игра. Жесть. Ну это токсично. Килка, не знаю, правда, работает. А, ну да.
блять, это заебал уже. Реально бесящий ублюдок. Бля, вот мне Хитакири жалко, она типа... Ну, нормальный игрок, реально нормальный. Плохой. Все время такие злые тюлени играют. Как так матчмейкинг работает? Не, бро, в этот раз ты не смог засейвить. Ну, спасибо. Кого не вменяем на хитбокса? Да у зачин. О, как вы меня бесите со своими ГБшками. Все, ты, наверное, умер. Я подхожу, кстати. Давай, я фул со щитами. Точка? Не, я живу. Это, конечно, да, вот. Вот ему, по крайней мере, да, надо. Хоть что-то. Все. Ну все, че, бегут. Дайте я спрыгну, вертите. Одна минус, вторая минус. Все, да, можно это открыть. Там, видать, что-то было. Не, мы можем затащить, если я бомбочку сейчас подкащу. Ой, отлично. Лук есть еще. Разводильный, да? Чё Хольдер сейчас... Чё Миллер замутило сейчас? Не реализовали, ребята, нифига. Капкан войдет в историю. Да, хороший капкан сейчас будет.